Вов. Вова. А? Я должна с тобой поговорить. Говори, солнышко мое. А? Понимаешь, Володенька, мне кажется, что между нами появился холод. Чего? Холод. А у меня другое чувство. У меня чувство, что у нас с тобой классная квартира, классная работа. И вообще все супер-пупер классно. Да нет, так-то оно так, конечно. Ну, понимаешь, мне кажется, что каждый из нас думает о своем. Каждый живет своей жизнью. Между нами все меньше и меньше общего. Все меньше тех эмоций, которые так согревали душу. Все как-то предсказуемо и скучно. Не так, как раньше. Игорь Владимирович, на этой фотографии очень хорошо получился. Да. Лялечка, на сегодня я закончил. Удачных вам выходных. Спасибо, Сергей Петрович. Лялечка, а что вы делаете в воскресенье вечером? Воскресенье вечером я совершенно свободна, Сергей Петрович. Прекрасно. Я надеюсь, что в воскресенье вечером вы пораньше ляжете спать, чтобы в понедельник утром наконец-таки не опоздать на работу. Удачных выходных. Что это за мышки такие, за такая сладкая? Что это за такая пуговка сладкая, такая масечка? Ой, ку-ку. А что это за мышки у нас тут маленькие такие? Ну-ка, где у нас мышки? Мышки, ты, господи, попить захочешь? Иди скорее ко мне, моя зайчка. Ой, боже мой, а глазки-то бусинки прямо такие сладкие. Здравствуйте. Что вас интересует? Здравствуйте. А вот почем такая мышка? 200 рублей. 200 рублей. 200 рублей. А вот скажите, моему удаву такой мышки на сколько хватит? Я думаю, что на один день. На один день, да? Знаете что, дайте мне тогда 5. 5 вот таких маленьких, вот таких вот сладеньких, таких вот пусечек-мусечек, пусечки-пусечки. Где вы там пути-потень, глазки, нос? Здравствуйте. Вам заказное письмо. Распишите, пожалуйста, здесь и здесь. Все. Это все. А теперь пошел вон из моей квартиры. Это моя квартира. Была твоя, стала моя. Надо смотреть, что подписываешь.
вот и я. Ну, наконец-то. Я уже переживать начал. Женщина должна немножечко опаздывать. Ну, не на 2 же часа. Хочешь, я тебя поцелую? Чего? Ну, ладно, вот ваша пицца. С ветчиной, грибами. С вас 300 рублей. 300 рублей. 2 часа коту под хвост. Спасибо. Да она уж остыла, наверное. 100%. Приятного аппетита! Ну как? Похоже? Конечно, похоже. Как живой? Спасибо. Продолжайте, товарищ, продолжайте. Говори, Лаврентий, я тебя слушаю. А она? Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. У меня муж пропал. Уже 2 недели, как его нет. Угу. 2 недели, говорите, нет? Да. Поможете, а? Ну что ж, сделаем все, что в наших силах. Ой. Проходите, пожалуйста. Угу. Спасибо. Спасибо вам большое за помощь. Если в течение ближайших 2 дней муж не появится, приходите, беру вас под свой личный контроль. Спасибо большое. Обратите внимание, с правой стороны особняк 18 века. Вот. А сейчас, обратите внимание, слева мы проезжаем знаменитый Андреевский пруд. Здесь когда-то пыталась покончить с собой княжна Серафима. Вот. Скоро мы с вами будем подъезжать к мосту, который был заложен еще в начале прошлого века. Он не раз реставрировался, но до сих пор не утратил свои... Лав, заткнись, а. Еще 2 часа в автобусе трясись, дай поспать, а. Ну что ж, молодцы. Хорошо сделали, мне нравится. Нравится, нравится. Можете идти. Подожди, хозяин, а деньги? Ой, да, деньги, я совсем забыл. Хорошо, что вспомнили. Да. Сколько вы работали? Значит, мы здесь жили и работали 3 месяца. 3 месяца, стало быть, я вам должен 5000 евро. Так. Так, пожалуйста, 5000 евро. А жили вы в 4-комнатной квартире в центре Москвы тоже 3 месяца, а это 6000 евро. Стало быть, вы должны 1000 евро. Ага. Вы мне скажите, что у вас в номерах творится, а? Везде окурки, все прокурено, пустые бутылки, мусор на полу. Это еще в 5-звездочном отеле, мне это все надоело.
А я слышал, что у вас жильцы не жалуются никогда. Да нет. Это горничная. Она здесь работает. Они гуляют, значит, а мне убирай. Молодцы. Подвиньте свои чемоданы, уберите. Алло, алло, зайчка, я сейчас в зоомагазине. Ты знаешь, что такой маленький симпатичный синбернарчик. Можно я его куплю? Ну какой еще синбернарчик? Я ж тебе 100 раз говорил, никаких животных в доме. С ума ты сошла? Ну ладно. Ну, зайчка. Ой, а ты знаешь, что такие котятки милые. Ой, какие симпатичные, пушистенькие, маленькие-маленькие. Ну можно хотя бы котеночка? Никаких котяток. Нет, 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 еще раз нет. Ну, Мусечка, ну, милый мой, ну, пожалуйста, ну, ты же знаешь, как я люблю животных. Я без них жить не могу. Дорогая, дорогая, ты что, плачешь, что ли? Успокойся, успокойся, извини, я не хотел тебя обидеть. Ну, ладно. Ладно, ты не виноват, дорогой. Послушай, ну а тут вот такие вот мышечки, такие симпатичные, такие маленькие-маленькие, в клеточке, такие холюсенькие-холюсенькие. Ну можно хотя бы 2 мышечек, а? Ой, ладно. Спасибо. Ой, вот всегда приходится начинать издалека. Вот начала бы с мышечек, остановились бы на тараканчиках. 2 штучки заверните мне, пожалуйста. Ну что ж, господа, мы проделали огромную работу и практически согласовали условия контракта. Предлагаю сделать кофе-брейк. Светочка, кофе, пожалуйста. Одну минуточку, Максим Леонидович. Светочка? Максим Леонидович, вы что, реально кофе имели в виду? Ой, не сейчас. Ой, ой. Держи удар! Ближе к сетке! Куда ты бьешь? Так, все, стоп! Стоп! Подошли ко мне быстро! Ты сил моих больше нет. Что вы, как бабы какие-то? Что это такое? Мы же мужики! Давайте! Еще один гейм, только по-мужски! Давай! Что случилось, браток? Да вон, видишь, задымился. Не поможешь до сердца дотянуть, а то я целый час стою, никто не останавливается. Да это мы мигом! Сейчас кого-нибудь поймаем, не боись! О, это наш. Давай, давай! Так, принесите мне, пожалуйста, свой самый лучший салат. А какой? Так, ну вот этот вот, за 2000. Так, ваше самое лучшее мясо. Так. Ну и к нему вино. Самое лучшее. Конечно. Самое лучшее. И самое дорогое. Да, но дело в том, что... Не волнуйтесь, не волнуйтесь. У нас сегодня за все платит мужчина, который загубил лучшие годы моей жизни. Ну, что ты скис, родной? Что ты скис? Давай хоть с тобой по-человечески разведемся. Сейчас сделаем.
Ири. Давай четвертого забацаем, а? Зачем нам в семье китаец? В каком смысле? Вчера по телевизору говорили, что каждый четвертый ребенок на земле – это китаец. Здравствуйте. Здравствуйте. А это вытрезвитель? Да, это вытрезвитель. А вы начальник вытрезвителя? Да. Очень хорошо. Подождите, подождите. Вы что, с ума сошли? Вы что собираетесь делать? Вы знаете, на улице холодно. Давайте я лучше у вас здесь напьюсь. И вам хорошо, за мной ехать не надо. И мне тепло. Ну, ваше здоровье. Хардиков, а ну быстро ко мне. Привет. Ты что такая? Слушай, каюк. Каюк, сокращение точно будет. Ну кого? Директор, сволочь, молчит. Как иракский партизан. Все понятно. Ладно, Ириш. Я решилась. Чего только не сделаешь ради родного коллектива. Сейчас вот пойду и пересплю с ним. И все узнаю. Это что, Калюша? Слушай, ну ты... Слушай, ну а если вдруг не расскажет? Мне не расскажет своими способностями. Ты даешь, а? Не, ну а если вдруг не скажет, а? Тогда просто пересплю. Так. Ну давай, Калюша. Пошла. Давай. Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Я вас слушаю, командующий фронтом. Товарищ Сталин, товарищи, я подготовил план контрнаступления нашей армии. Основное направление удара здесь. А это кто? А я вам скажу, товарищи, кто это. Это империалистический шпион. Увидите. Но сначала немножко расстреляйте. Поздравляю, ключ от свободы номера достается вам. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, у вас есть свободные номера? Секундочку. А, вот только что освободился один номер. Но за него придется побороться. Ну? Поехали. Здравствуйте. Здрасте. А белые крысы есть у вас? Не знаю, сейчас посмотрю. Нет, к сожалению, пока нет. А когда будут? Не знаю. Сами ждем. А вот слушай еще историю. Моя соседка Натаха в прошлом году отдыхала в Крыму и познакомилась там с таким мужиком.
свой, со своим теперешним мужем. Но тогда, тогда он еще не был ее мужем. Он тогда был женат на другой. Mm. Вот. Так вот, когда они приехали из Крыма, он сразу же переехал к ней. Сразу же. А жене сказал. Габова! Ну? На выход. Амнистия у тебя. Ух ты. Как на выход-то? Вот так. Полгода тебя скостили. Как это скостили? Да я про соседку не успела рассказать еще. Вы чего? Так, а ну давай на выход быстро. Ух ты! Ах! Ну что, милок, нападение на вертухая, еще полгодика. Зараза, посидишь ты у меня. Молодец. Ну так вот, ну, короче говоря, как они приехали из Крыма, она ее сразу цап и говорит, ко мне. И он сразу к ней, жене сразу все сказал, сразу получил развод, они теперь живут в однокомнатной квартире, ты можешь себе представить. Она, он и ее трое детей, и счастливы. Счастливы просто.